Говорю, как дела у тебя? Это мы сейчас сами в Харьковской области, вот село вот это зачищаем сейчас. Грады есть? Ну, они это, за селом стоят, они поливают оттуда. А. Грады, минометы, буки. Ну, сегодня мы нихуево так пролили себе. Мы, считай, деревья с трех сторон окружили, нахуй, ебашили. Просто дома, короче, нахуй выносить. Стреляли по всему, по домам, по машинам, все. Все дома нахер танками разъебашили. И БТР. Давай плен взять. АК-47 у них отжали, винтовку отжали. Ага. СВД-шку. Ага. Ухо одному отрезали. Зачем? Там не хотел говорить, ему ухо отрезали. Жестко, говорю вас там, да. Это еще ладно, это нормально. Там еще пулю в лоб не пустили. Пулю бедром не чертовали. Так что это еще нормально. Это мягко. А так можно было просто его поставить, он короб от пулемета, сто патронов, семерок, просто в него выпустить. И, короче, друшлачок сделать. Ну, максимум можно было еще палец отрубить. Парочку. А если пайки дают, то... Ну, как с болота тогда вот, с России уезжали, нам давали, и все. Так, изредка кто-то жрет. Сейчас он, пацаны на разведку сходили, принесли. Колбасы, майонеза, сало. В магазин зашли? Да нет, по людям вон прошли. Да, а смысл на залупаться? У нас стволы. Ну да. У нас танк, ёпт. Кто-нибудь что-нибудь залупнется, там, минус дом. Живи как хочешь на улице. А так можно, да? Так нужно.